Внимательность и мужество являются особенным качеством у сотрудников спецподразделения Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Указом президента России Владимира Путина офицеры авиационного отряда специального назначения и сотрудник ОМОНа были отмечены медалями за спасение погибающих. Они проявили лучшие профессиональные навыки, оказав своевременную помощь попавшим в беду людям. С доблестными росгвардейцами встретился Алихан Лепшоков. Офицер авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии отмечает, что именно профессионализм и чуткость позволили своевременно оказать помощь человеку и спасти ему жизнь. Проезжая по проспекту Ленина, он заметил лежавшего на обочине мужчину. «Я действовал спонтанно, понимая, что нельзя терять ни минуты и нужно оказать первую доврачебную помощь», вспоминает офицер Росгвардии. Подбежав к нему, я увидел, что у него, ну, все признаки эпилепсии, то есть посинение губ, он уже, скажем так, задыхался. То есть думать о том, чтобы вызывать скорую или еще что-нибудь, времени не было. По ходу действий, то есть, ну, получилось так, его положили на бок, пытаясь разжать челюсти, с обочины перенесли. То есть с проезжей части перенесли на обочину, уже там, где никаких помех не было. Молодой сотрудник ОМОНа весной 2019 года, совершая пробежку в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске, заметил тонущего человека и других зовущих на помощь. Не задумываясь, ОМОНовец прыгнул в воду, чтобы спасти человека. Нырнул за ним, подплыл к человеку. У меня было травмировано в тот момент плечо. Человек, тонувший человек, он не слышал меня. Не слышал команды, что я от него хочу. Топил меня, ну, находясь в панике, залазил на меня. Когда человек понял, услышал меня, я обхватил его. Мы доплыли до берега. За проявленное мужество и профессионализм указом президента России Владимира Путина оба сотрудника Росгвардии были отмечены медалями за спасение погибавших. Сами же герои уверены, что именно прекрасная спецподготовка позволила им оказать вовремя необходимую помощь. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.